Если слышите, что ручной тормоз скрипит, ну или скрип из-за левого заднего колеса раздается, то, скорее всего, это ручной тормоз. И его нужно немножко ослабить. Только не сам тросик, а прижимную планку к тормозному диску. Как это сделать? Против часовой нужно открутить один и второй подпружиненные винты, чтобы ослабить саму прижимную планку к тормозу. И все. И скрип сразу же пропадет. Вот в перевернутом состоянии. Вот этот и вот этот. Против часовой. Ослабить.